Народ, доброе утро всем. Как вы живы, здоровы, все хорошо у вас? Сыграли на ставках для одного из наших клиентов вот такую красоту. И вот она уже приехала, эта красота. В Инстаграме я показывал, как мы ее играли на ставках. И вот у нас сейчас сколько? 7:30 утра. Водитель вчера приехал. Вижу, уже проснулся. И сейчас вот такой уникальный прицеп у него для перевозки лодок специальный. И будем сейчас, водитель будет сейчас, а мы будем смотреть, наблюдать, как он будет это делать. Вижу, там какие-то лапы гидравлические у него есть. Вот видите, одна лапа, там вторая лапа, которая поднимает, получается, лодку и опускает на что-то, наверное, на какой-то другой прицеп. Вот. Прицеп серьезный, не маленький, но, как видите, на этом прицепе можно привозить и больше лодки, чем это. Это, получается, лодка еще маленькая даже. Вот у нее только нос здесь. Получается, можно еще вот такую длинную лодку аж сюда запихнуть. Вот. Здесь, как я вижу, есть еще дополнительные лапы. Вот видите? Одна лапа, вторая. Good morning, sir. How are you? So good, how are you? Not bad. Nice truck, man. Очень крутой трак у него. Большущий. Там целая квартира, целый дом. В общем, купили эту лодку на ставках, на аукционах за полцены. Такая лодка стоит у дилера, если покупать. Я вам как-то давно показывал. Мы ездили к дилеру, покупали Монтерей новый. Ну, не такой, правда, большой. Маленькую лодку покупали, но тоже была Монтерей. В Узбекистан отправляли. Вот. Ну, это прям огромная, очень большая лодка. Смотрите, как у нее на гидравлике сейчас она поднимается, видите? Смотрите, как еще и быстро так, ничего себе. Вау, круто. Реально круто. Это, получается, она просто за ночь опустилась. Потому что он тут всю ночь стоит. Или просто сам спустил, не знаю. Лодка такая у дилера стоит 200 тысяч плюс. А вот мы ее купили за 101 тысячу на ставках. Вот такую лодку. Вот. Вот такая красота. Очень большая лодка. Огромная. Если есть интересанты, желающие покупать подобную технику из Америки, пишите, звоните, вам что-то тоже организуем, найдем, выберем, купим или с аукциона, или у дилера, ну, в зависимости, какой у вас бюджет. В общем, Десант Транспорт на линии с вами, ждем заказов. Всем пока-пока. Номер телефона +1 413-244-8667. Космическая лодка. Мне очень нравится, реально крутая. $101 тысяча. Выигрышная ставка на аукционе.